Здорово, бандиты, и это Baby Simulator. На самом деле я в него играл, делал реберсты, но, блин, я не знаю, короче, не сохранилось на самом деле. Я уже даже этот видосик удалил, не знаю, может быть найду. Решил перезайти, короче, попробовать кодик ввести. Смотрите, вот такой у нас есть кодик. Что вот этих, я делал реберст, короче, самое обидное, то, что я качался очень сильно, долго, часа полтора убил в нее. И мне дали камней, соответственно, когда вы, оп, видите там, роняете вот эти все баночки, все. Сейчас мне прибавится, у меня 300, надо нажимать, кликать. Вот, делайте 10 тысяч, короче, делайте реберс, и дают вам 1000. Я хотел накопить на яичко побольше, сейчас вам покажу. Но почему-то, блин, у меня слетело, я не понимаю, почему у меня слетело. Петы, короче, все пропали, все вообще пропало. Блин, мне это не понравилось, потому что здесь даже нету ни автосохранения, ничего такого. Блин, я не знаю, почему. После обновления у меня пропало, думал, зайду, сниму, уже более прокачанный, но нифига не тут-то было. Так, есть еще вот такой, ребята, кодик, еще вот такой есть кодик, вот держите, еще кодик вот такой, он вам дает, по-моему, 200 вот этих монеток, секрет код. Все, окей, погнали к петам. Блин, на самом деле обидно, я, короче, сидел, качался, я здоровяк уже вот такой же был, я открыл все там зоны, но, кстати, сундучок, нужно сундук взять, потому что когда вы заходите, каждый раз, там, каждые 20, не помню сколько, сейчас мы посмотрим с вами конкретно, и Марс какой-то появился. О, нам шляпа выпала, до этого мне выпадали денежки, отлично, можно, значит, одеть шляпу. Но, блин, обидно, реально очень обидно. Когда ты, короче, качаешься, и тебе, у тебя она пропадает. Давайте посмотрим, что здесь нужно. Три реберста. Вот представляете, три реберста нужно было сделать, а мне, то есть, нужно было еще сделать два. Причем у меня уже второй был на подходе. Я бы посидел еще минуток пять бы, наверное, бы и все. Я петов покупал, короче, там за 5000 точно покупал, помню, были за пятерку. Зоны. Ну, зоны то же самое, все, в принципе, там ничего, по-моему, такого не дает, так и не понял. Я копил, короче, вот на вот таких два яичка, по-моему. Вот, ну, вроде таких, либо такой. Я хотел купить, не помню уже, но копил на них. Добавили какие-то еще новые коинты, это на Марсе видно. И еще какой-то видно, типа PvP добавили. Ну, мы можем с вами вот так сделать. Два яичка. Что здесь нужно делать? Сражаться, наверное, нет? Давайте я подкачаюсь, пока они ко мне идут. Так, деремся. Мы такие подщечины еще даем. Но он сейчас нас вырубит в любом случае. Все, нас вырубил. А, ну плюс пятерку дали. Это вот прикольно сделали. Не было до этого вот этого всего. Зона, еще раз говорю, ничего интересного. Вот, можете посмотреть. О, килл занял второе место. Красавчик. Так, нам нужно купить, короче, двух петов. Одеть их и купить еще третьего пета. В принципе, стоите, АФК качаете, сделаете реберсы и все. Ну, открывайте яички. Можно всего 3 пета одеть. Я, кстати, делал реберст, у меня петы не пропадали, шапки тоже, ребят, не пропадали. И за счет этого я решил покупать вот такие за такие гемсы, потому что это не пропадает. И, ну, я не знаю, почему у меня сорвалось, оборвалось, но у меня не сохранилось. Давайте еще одного откроем. Денем третье. Вот, приносит сколько денег, монет, видите. Они качаются, соответственно, с уровнями. Коммуновские все попались, в принципе, но я не удивлен. Да, по-моему, все, кстати, коммуновские. Еще качну сейчас чуть-чуть. Так как вы качаетесь, у вас открывается, соответственно, это драться, и идут уже игрушки другие. Четвертая соска, погремушка, утка и мишка. Это соска, ребят, четвертая. Короче, когда вы делаете реберст, у вас все скидывается, кроме гемсов. Гемсы, соответственно, прибавляются. А ваш рост вот этот, можно сказать, и коинты, они, по-моему, скидываются. Коинты не помню, тоже вроде скидываются, может нет. Когда в этих, кстати, колясках качаетесь, вам чуть побольше дают, но и в каждой зоне тоже чуть побольше дают. Но там вообще незначительная разница, на самом деле, когда вы уже попрокачаны. Ну давайте вот эти волосы оденем, почему бы нет. Нам все важно сейчас. Вот это, кстати, нормально, 18.7, нормально прямо. Такие волосики. Еще покачаюсь. Так, нужно купить шляпку, получается третью. О, такой ниндзя, ну окей, как раз волосики сравняются почти. Ну, так же, как волосики, в принципе, приносят. Вот такой. 28.46, смотрите, сейчас 28.46, сейчас прибавить, сейчас будет побольше. 23, так, сейчас посмотрим. 25.53. Ну, оно с ростом, короче, увеличивается, нужно менять петов. Так я понимаю.
Всем пока и спасибо за просмотр, то, что смотрите видео до конца. Качайтесь, делайте реберст, все очень просто, вводите кодики. Ну и участвуйте в PvP, может вам повезет, реально вы займете тоже второе место, вам накапают эти кристаллики. И так может потихоньку до реберста вы накопите 500, допустим, и реберст сделаете, и все классно. И вот за 1500 купите яичко. Я бы покупал, наверное, яичко, потом бы уже бы вот эти вещи. Они стоят и дороже, и яичко стоят дешевле, быстрее будете качаться. Все, всем пока, с вами был Тим.